С вами Music Mag TV и Music Mesa 2015. Прямо сейчас мы находимся на стенде компании Basel Instruments. И мы рады представить вашему вниманию их новые модульные системы. Посмотрите, они прямо сейчас находятся за моей спиной. Но что это? Очень необычно, не правда ли? Мы уже видели ролик, где Basel Instruments представили свой концепт-проект, где живая, настоящая жизнь, вот, живые предметы могут взаимодействовать с Passive Gate с модульными системами. И, собственно говоря, Basel Instruments на этом не остановились. Помимо того, что они выпустили модульную систему, они постоянно добавляют к ней новые модули. И вот мы рады представить, и они рады представить новые модули. Они называются Solenoid, Servo и DC Motor. Эти модули выполняют функцию управления различными вот такими вот живыми устройствами. Например, сервомотором, который активирует в данном случае зубную щетку, обратите внимание. Или вот такими штуками. Также CV-Gate может генерировать сигналы различными настоящими предметами. Например, капелька воды, которую вы уже видели, генерирует определенный CV-сигнал, который затем попадает в модульную систему вот здесь. И это еще не все. Для тех, кто слышал о микрогрэнни, для тех, кто любит микрогрэнни и знает о том, что это самый лучший на свете сэмплер, ведь этот сэмплер умеет играть сэмплы любой длины, кроме того, он гранулярный, кроме того, он из Чехии, кроме того, вы можете найти его в нашем магазине. Я рад сообщить, вы уже, наверное, заметили, что у него есть новый скин. Этот скин называется Microgranny Crystal Soul, это лимитированное издание, и вы также можете приобрести его в наших магазинах. Basel Instruments не заканчивает нас удивлять этим, но чем они нас еще удивят, смотрите в следующем ролике.